какой-нибудь... Здравствуйте, что вас интересует? Мы снимаем утреннюю рубрику, называется «Слово дня» для 7-го телеканала. Вам она знакома, правда? Нет. «Слово дня»? Да. В свое время она создала огромный резонанс в городе. Круто, правда? Да. Да. В общем, все очень весело получается. Пока что. Давайте посмеемся. Ну да, типа того. Спрашивайте. Спрашиваем. Слово «утопия» что такое? Утопия. Знаешь, что утопия? Когда, наверное, человек тонет где-то. Утопленник. Ну да, тонем. Тонем. Печальная ситуация. А у вас? Не знаю. Это типа наша страна где находится, что ли? Мы не тонем, мы выплываем. Ну, утопия — это как сумасшествие, что-то такое. Вот видите? Утопия – это мечта. Это то, что не может быть реализовано, но хочется. И еще такой вопросик, чисто ассоциативный, по Фрейду. Скажите, вот вы себя ассоциируете больше с фруктиком, либо с овощечком? С фруктиком, конечно. А с каким фруктиком? Ну, с клубничкой. С клубничкой. Вкусненькая, люблю клубничку. А свеженькая или... Свеженькая. С каким фруктом либо овощем вы себя ассоциируете? Банан. Первая ассоциация. Фрукт, персик. Свеженький, волосатенький и сладенький. Ну, есть местами, да. Наверное, с фруктом. Каким? Наверное, с ананасом. Экзотическим. Вы экзотический фрукт? Да. Понятно. А вы? Грейпфрут. Горький грейпфрут и сладкий ананас. Да. Замечательная, экзотический ананас. Замечательная экзотическая пара, я бы сказал бы так. Нет, мы не пара, мы еще не женаты, не замужем. Вы не смотрите «Слово дня»? Нет. Да вы что? Вообще телевизор не смотрю. А, газеты читаете, значит? Нет. Книжки читаете? Нет. Что же вы делаете? Футбол играю, гуляю. Что такое утопия? Утопия? Просто все футболисты знают это слово. Ну, это погрузиться во что-то. Думаю, город какой-то потерянный. Немножко... Это, может, утопия в работе. То есть полная утопия. Да, вообще, вот. Без понятия, сейчас не говорю. Какие ассоциации? Если я спешу, мне ассоциации очень плохие, скоростные. Я не слышу этого слова, у меня нет никаких ассоциаций. Утопия – это какая-то несуществующая идеальная концепция мировоззрения. Наша рубрика подошла к своему завершению. Это была рубрика «Слово дня». Читайте больше литературы и смотрите самую бодрящую утреннюю программу «Утро на седьмом». Пока!